Всем привет, с вами Максон, это новая часть прохождения Gold Rush, и сегодня у нас на очереди, наверное, будет местный финал. Финал финалов будет, скорее всего, в другой части. Я подумаю немного, как это сделать. Скорее всего, это будет так же, как это было у нас на онлайновых турнирах, когда я делал три стадии. То есть три разных типа боя, и это будет финал. Ну, посмотрим, как сделаем. Сначала надо до него дойти и определить местного финалиста. Первый это HBK. Ну а сейчас мы сыграем Зиглер против Дель Рио. И посмотрим, кто же будет у нас тут финалистом из этих челов. А вот за кого играть — отдельный вопрос. Нужно бы, конечно, вспомнить, кем я играл в предыдущих матчах. Да, в принципе, нет. Ладно, не будем так париться. То есть сейчас я пока эту лестницу все вспомню. Я лучше на рандоме, закрыв глаза, определю, за кого будем играть. Мы будем играть за Альберто Дель Рио. Как бы мне хотелось, помните, да, чтобы прошел дальше Зиглер. По крайней мере, я его вижу больше в финале. О, а Steel Cage. А у нас не было еще Steel Cage. Я не буду ничего менять здесь. Только арену. Steel Cage поставим. Ну, пусть будет Royal Rumble. Какая разница. В принципе, какая арена. И какие тут можно еще сделать правила. Точнее, посмотрим, что тут по правилам. Пины у нас отключены, то есть можно только покинуть клетку. Ну и здесь есть варианты. Перелезть через клетку, либо же покинуть ринг через дверь. И оба они включены, это в принципе круто. Поэтому я больше менять ничего не буду, и мы стартуем. Такой намек написали в комментах, что если сейчас у нас чуваки изнашиваются, да, то есть силы теряют, то что же будет в финале? В финале там вообще будут совсем тухлые, походу, ребята драться. То есть комп вообще, наверное, будет сразу при любой возможности пинить. Но, в принципе, он и так в последних матчах этим и занимается. А сейчас, наверное, он будет вообще тупо пытаться вылезти сразу. Один раз собьет нас и будет бежать к клетке, чтобы слезть. Ну, посмотрим, как сейчас все обернется. А вообще, я вот не помню на самом деле, в турнире Gold Rush, когда вот так играем, происходит ли финальный матч. То есть сейчас мы вообще определяем людей на претендентство за титул со Стивом Остином, да? Но будет ли играться сам матч вот этот уже с Остином? Я что-то, честно говоря, не помню. Ну ладно, сейчас убедимся, как это происходит. Так, давно уже надо скипнуть выход Зиглера. Это все-таки у нас не финал. Наверное, такой тоненький намек сейчас был, неосознанный, что Зиглер будет в финале, там мы посмотрим его весь выход, да? Ну, не знаю, не знаю. Ладно, next у нас выходит Альберто Дель Рио. Дель Рио сейчас выступает, кто-нибудь знает? Где он вообще? Я просто, честно, вообще без понятия. Ну ладно, Рикардо Родригес у нас представляет йентова мексиканца. De Pedro Les Leroles, Жипер де Лебокес, Альберто Дель Рио. Лабока дель Риока. Пропускаем. Денза Фаранденза, Альберто дель Рио, дель Рио Бока. Все, опять начинается у меня крышесносная хрень в голове, и мы начинаем, наконец-то уже такой подуставший Дольф Зиглер идет в нашу сторону, уже просто такой, во, смотрите, о чем я и говорил, тупо побежал уже вылезать за ринг. Ну, походу, у нас даже, может быть, и финал в этом матче будет, ну, посмотрим. На самом деле, не хотелось бы, более-менее подольше подраться. Ну, у Зиглера, кстати говоря, практически все отбито уже. У нас есть камбэк, давайте заюзаем его. Почему у него используется такой возможность? Дель Рио, посмотрите, какая, а? На, бля. Пошел камбэк. Сейчас будем уничтожать Дольфа Зиглера. Вот такая вот хрень и бэкбрейкер. Корнер-сигнатура. Какая сигнатура корнер? Не понял. А что Дель Рио делает? Бам! Погодите, это кто-то другой еще такую штуку делал. Но пинить здесь смысла нет, поэтому попробуем сделать wake-up таунт. Wake up таунт для чего? Да хз для чего, потому что у Зиглера, ой, у него же стоит. Погодите, что это такое? А, здесь, видимо, другие приемы стоят, потому что
Ну и ладно, я полез. Не-не-не-не-не, отмена. Отмена. Не хочу. Я хочу через дверь. Через дверь это круто, через дверь это веселее. Только я не помню, в каком на углу. В правом дальнем, да, по-моему? Че, он сейчас полезет? Блять, такая хрень просто. Просто дикая хрень. Я же там ничего не сделал даже. Алло, а у меня Далерио вообще собирается вставать? Чуваки, если он сейчас вылезет, это будет... Да ну, это бред. Это бред. А, ну он скинет, скинет. Хотя бы так. Надеюсь, он не среверсирует. Сюда, сука, иди. О, упали. Погодите, где дверь? Я не помню, где дверь. Сейчас я чекну. Блин. Ну вот, забыл. Ну, или она в левом нижнем углу. Чё-то я вообще подзабыл. Тут не видно нифига. Ну ладно, я попробую забросить. Ага, смотрите, он второй раз хочет нам сделать какой-то суперкик. И второй раз я его ловлю на этом. Или в правом верхнем углу. Короче, хз, не помню. Сейчас закинем сюда. А для этого, наверное... О, эскейп. Нифига себе, и правда. А тут надо бы нам... Блин, он сейчас опять полезет. Но это же фигня полная. Вставай, 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 Альбертушка, прошу тебя. Вставай, прошу. Это было уже до этого на грани. Отлично. Сюда иди, щенок. Куда полез? Макаронные головы. Макаронная голова. Ну да, матч будет коротким. Тут как бы либо я, либо он. Все. Вот сейчас дверь откроем. Попробуем выбраться. Ну я хотя бы финишер сделал. Хотя бы что-то заценил для людей. Бам. Суплекс. И вот она, анимация пошла. Полезли. Сейчас нам надо будет что-то попадать, да? Опа. На максимум надо попадать полоски. Или хотя бы чуть дальше середины. Стараться. Так. Отрываемся. Отрываемся от Дольфа Зиглера. И... Сколько надо попасть раз? 5. Хватит 5. Давай, давай. Доползли практически до конца. Все? Что, мы выбрались? Да уж. Ну, это за такие матчи я уже извинялся много раз. Да и не грех будет извиниться еще раз. Вдруг кто-то смотрит не все подряд голдрашевские матчи, только те, где его интересующие участники. Ну, скажу сразу, что я не виноват в быстрых матчах. Тут проигрывать как бы мне тоже не хочется, поэтому я пользуюсь любой возможностью также победить. Но я хотя бы стараюсь что-то показать. Но я сделал финишер и вылез через клетку, это в смысле через дверь. Хотя бы как-то так. Ну, думаю, вы уже понимаете, что тут не от меня все зависит. Комп, который постоянно хочет вылезти, тоже особо не даст вам ничего сделать. Потому что любая ошибка, и все, и комп победил. И это будет очень глупо. Потому что он тупо меня сбил там каким-нибудь клоузлайном, и все. Ну, окей. Это даже матч такой для галочки. Больше я уже жду финал. И теперь я знаю на будущее, что лучше нахрен эту функцию отключать. Потому что она реально... Ну, ничего интересного она не дает. Представляете, если бы даже там было 32 участника у нас, а не 16. А 16 их было изначально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, 16 участников. Ну вот вам и финал. Не Зиглер, а Дель Рио вышел в него. И давайте сыграем. Что там за тибоя будет? Ой, ну здесь я бы сыграл за Шона Майклса, если честно. 12-я тирка пускай будет. 12-я Расселмании. Честно говоря, я такое даже не хочу играть. Бэкстейдж Брол... Это не по мне, поэтому я выхожу. Сейчас чекнем как раз-таки лайфхак вместе с вами. Будет ли он работать для этой игры? Сразу выходим, нажимаем заново continue, выбираем матч, выбираем Шона Майклса, WrestleMania 12 и какой-то Джастин Боя Hell in a Cell. Другое дело, ребята. Другое дело. И сейчас я поставлю Two Out Three Falls для более-менее какого-то разнообразия этого боя. И сейчас мы стартуем. Блин, ну ладно, можно было арену еще поменять. Не успел. Забыл. Выходы, в принципе, тоже можно скипнуть. Я сделаю это на монтаже. Хотелось бы верить, что этот матч будет хотя бы с какой-то долей интересности. Чё, сука, делает пин. А чё полоску так далеко, слышь? Блин, ну это ладно, это понятно, потому что... Даже объяснять смысла нет, потому что... канаты, канаты. Канаты, не? Потому что Шон Майклс тоже битый уже. До канатов, видимо, не достаем. Хотя, по идее, они здесь должны засчитываться. Да блин. Так. Да сука, как так-то? Акуна Матата.
Отлично, это у нас, запомним, минающийся реверс. Тихо-тихо-тихо, два камбэка пошли подряд. И кто кому? Кто кого? Я реверсирую сворачивание. Раз, два, три. Ну, я не хочу так. Я не хочу так зарабатывать себе поинты. Надо сделать как мужик. Блин, камбэк-то что-то пропадет. Как мужик. Мужик мужиком. Давай. Блин, у меня камбэк пропал. А он свой... А он свой прошляпил. Ну ладно. Ого, кроссбади вот такой умеет делать Шон Майклс. Проветрили подмышки, отлично. Такс, мне нужна сигнатура. Я хочу, ну, скажу вам прямо, опа, ответное соворачивание. Попадаем. Попадаем в полосочку. Честно говоря, даже не знаю, как я это делаю. Да я, в принципе, все время, сколько бы и не играл в рестлинг, все время не понимаю, как я попадаю в микрополосочки. Бывает в жирнющую просто хрен попадешь, не знаешь сам почему. А бывает в тоненький, просто вау, как ты это сделал, типа. Сигнатура, жаль, что проснулся уже Дель Рио, но мы делаем дропкик, и это мимо, потому что он его просто легко убирает. Чего? Пришлось использовать резаленси для того, чтобы попасть в полоску, иначе бы уже счет был бы 1-1. Блин, ну, финал, наверное, вообще капец какой будет. Вот сейчас мне повезло, потому что резаленси я использовал на пин, и если бы сейчас breaking point длился, точнее, ну, короче, тянулся в сторону буковки Т, завершающий, то все капец, я бы, наверное, ничего уже не смог сделать, учитывая, что резиленс нету. Пошли, чувак, ломать клетку, что ли? Людям нужен экшен. Вот так вот, супер... Ой, супергик, говорю. Обычным броском, обычным слэмом мы разбиваем клеточку. А вот теперь, сейчас будем здесь устраивать бойню. Держится за голову Шон Майкл. Сейчас будем сигнатуру зарабатывать, пока Дель Рио лезет. Суплекс мы сделали, да. Я что-то это забыл, как называется этот прием. Суплексом разбили клетку. Ну, есть два варианта. Либо Дель Рио уйдет нахер, либо я иду нахер. Ну, я имею в виду, кто упадет вниз. Можно сломать посередине, а можно на комментаторский стол людей уронить. Так. Нет, не надбилась у нас сейчас клетка. Дель Рио реверсирует попытку мою схватить его и отвести куда-нибудь подальше. Опачки. Это куда? Ой, ёпта. Жесткий прием, на самом деле. Я думал, он меня сейчас бросит куда-нибудь вниз. Но нет. Не настолько жесткий Дель Рио пока что. Тихо, тихо, тихо. Реверсируем. Ой, как реверсируем. И свитчен юзик. Ой-ё. Так же можно вообще нахрен сдохнуть. Вот так, так вот упасть на шею. Блин, капец. Сурово, сурово. Но очень чего меня радует, что это суперкик. Это фирменный прием Шона Майклса. И именно им мы вырубаем Дель Рио. А мы еще можем вот так. Эй, лови меня. Ой, затриггерили. Мы аж затриггерили. Триггерили. Затриггерили. Да? Как правильно сказать? Триггернули, короче, затряслись. О, он так ходит, как дамочка. Ой, знаете, я хочу вот это и вот это. Ну-ка, принесите мне, пожалуйста. Да и Рио такой, чего? Что такое, черт возьми, несешь? Так, ладно, давайте пытаться сделать здесь боль. Предоставим ее для Рио. Но если мы сделаем просто суперкик... Давайте я вот так вот отсюда его разверну. Вот так, суперкик и свитчен мьюзик. Чего? Чего, блядь? Чего, нахуй? А почему я повис? Я-то почему повис на клетке? Что, блин? Я вообще суперкик делал. Не понял вообще, что это за фигня сейчас была. Ну-ка, насколько мы хайфлайер долетим отсюда? Эй, бич, нет, не долетели. Упс, извиняюсь. Но вставать надо. Вставай, вставай, Шон Майклс. Вставай, отлично. Два момента мы сделали хороших. Ну, только тут, конечно, игра немного подвела нас. Потому что мы какого-то хрена начали держаться за край земли. Ну да ладно. Ну да ладно. Вставай, Альбертик. Ты что тут задумал? Развалился он тут у нас, а? О, блин. Тихо, надо реверсить. Реверс? Не успел. Какой? Не, за канат же схватился. Хотя в Hell in a Cell матчах, по-моему, канаты не работают, да? Поэтому тогда, когда он меня пинил,
1-1 становится по поинтам. Хорошо, я тебя понял, Дельрио. Я сейчас сделаю вот так. Вот так. И суплекс, давай. Ну ладно, Хурриканран тоже норм. Ну, бля! Все, просто поплыл. Поплыл, как водица. Твои слова водица. Хочу напиться. Это победа Шона, мать его, Майклса. I think I'm cute. I know I'm sexy. Отлично. Ну, какие-то моменты, какие-то споты вроде я вам показал. Более-менее что-то ностальгичное. На самом деле, ностальгично мне вот это вот. Суперкик, что чел летит на комментаторский стол. Ну и плюс обожают взаимодействие со Steel Steps. Ну как же он растекся. Хурриканрана на прям поясницей, прям на... Ой, жестко. На самом деле это очень жестко. Ну что, олдскульный финал нас ждет. Я, в принципе, так и хотел. Но я не думал, что так получится. Я, честно говоря, думал, финал здесь будет местный с Зиглером у Шона Майклса. Но так тоже сойдет. Ну, я не знаю, Шон Майклс очень классный рестлер. Я не знаю, как к нему относится новая школа людей, которые только, ну, грубо говоря, пару лет смотрят рестлинг, там, или года, ну, сколько, три. Когда, короче, Шон Майклс уже ушел, и люди, допустим, только начали смотреть рестлинг. Как вот они к нему относятся? Наверное, никак. Как те же самые люди, которые начинали чуть раньше смотреть, и к Халку Хогану. Ну, типа, звезда-звезда. Олдскул, олдскул. Но у Шона Майклса реально постоянно прям вот харизмой наполненные матчи, я не знаю, какая-то даже, не знаю, жизненная составляющая в них присутствует. Короче, ладно, не о Шоне Майклсе пока что, ну хотя у него, вот смотрите, очень классная лестница получилась сверху вниз тупо. Ну и чё, мы теперь нажимаем Select, и да, и вот же он, финал, и за кого же тут играть, а вот тут уже дело интересное. Я бы мог все просимулировать, но не получится у меня три стадии сделать, я давайте все сюда и умещу тогда. Ну, минут 15, наверное, боя сыграно. Сейчас еще интересно, что за тип матча будет. И как бы я не хотел, за Шона Майклса я только что играл, поэтому я буду за Стива Остина. Очень хочется повыписывать станнеры. Надеюсь, они будут. Так, WrestleMania 20, 17, 19. Какая там матерка классная, я не помню. Пусть будет 17, 19, тип боя. Extreme Rules Heavyweight Championship. Отлично, арену поставим WrestleMania. Нью-Йорк, Нью-Джерси или что там. Матч Rules. Ну, тоже. Для длительности я сделаю 2 out 3 falls. Что тут еще можем сделать? Да, в принципе, ничего. Это же Extreme Rules. И стартуем. И уже полностью сейчас посмотрим выходы под мой бубнёж. Ночной бубнёж. Время 2:30 ночи, я записываю видосик для вас, потому что мне на завтра выкладывать нечего. Для вас это сегодня, если вы сразу смотрите по выходу мои видосы. Ну что, даже у нас анонсер поменялся, потому что арена, скорее всего, да, от арены зависит. Мужичок с усиками, я не помню, как его зовут, если честно. И сейчас мы будем смотреть эти выходы этих самых рестлеров этого финала. Матч за титул на Расселманской арене. И вот он, Стив Остин. Стив Курочка Остин, если вы понимаете, о чем я говорю. Да, там надо какой-то оттирки, он выезжает на мопедике на своем. Здесь он просто выходит с титулом в руках, мотая своей башкой. Отлично. Ну, честно говоря, я как-то даже хотел изначально включить Остина в турнира, а потом увидел, что есть матч за его титул. Я такой, вау, круто. Ну, это когда в первой части я создавал. Полистал там, какие имеются титулы вообще. Да, в принципе, можно любой поставить. Сейчас вот видел комментарий. Ну, вы спросите, почему так поздно записываю, потому что с работы только пришел. И нынче я работаю, оказывается. Вот, пришел, почитал комментарий к видосу, который выложил для себя сегодня, для вас вчера. Ну, если вы сразу опять же смотрите. Для тех, кто посмотрел видос хрен знает когда, то когда-то. Вот, я посмотрел комментарии, и там написали, давай после этого турнира устрой... Да сколько он будет ходить туда-сюда, я не понял. Устрой после этого турнира какой-нибудь... Ну, тоже турнирчик, но уже в современных частях. То есть на консоли нового поколения. 15, 16, 17, 18 или 19, ну там... По-моему, не столько много бы он расписал кто-то, не помню, комментарий чей был.
Ну, в общем, попросили на новых приставках. О, крутая ачивка, кстати. Прикольно. Принарядился Шон Майклс. Вот, ну, не знаю, как насчет турнира, но я бы хотел провести... Тоже, кстати, кто-то писал в комментах. Да и я давно такую тему хотел сделать. Вообще хотел цикл замутить. Короче, матч против гробовщика на самой большой сложности. Я хотел это провести в разных частях, которые у меня имеются. 11-е, 13-е, 14-е, 15-е, 16-е, 17-е, 18-е, 19-е, 20-е. Но, блин, придется все вскачивать. Ладно, там 13-е, 14-е, 11-е диск вставил в PS3, и все, и поехали. А на PS4 у меня скачано только 20-е сейчас. Так что, ну, я не знаю, как взять. Может быть, вот в 20-й сыграю против гробовщика на большой уровень, на большом уровне сложности. Как раз у меня будет время подумать, за кого. И вы можете написать в комментах к этому видео, за кого мне сыграть такой челлендж. Ну, почему челлендж? Потому что в какой-то из частей, не помню, если честно, в какой, по-моему, в 15-й, что ли, была дорога на Расселманию, 30, или 30 лет Расселмании, или это вообще было... Я не помню, где это было. Честно говоря, я уже забыл вообще все про рестлинг. Вот, и там был матч против гробовщика на высоком уровне сложности, на легенде. Типа, как челлендж, надо это выполнить. И было очень тяжело, я все не мог победить. Вот я не помню, где это было. Напомните, пожалуйста, знатоки. Как бы я тоже знаток, но я забыл. Я реально настолько давно не играл вот так вот в рестлинг, что уже все позабыл. Ну, окей. Короче, вот такие есть цели в 20-й части записать дуэль против гробовщика. Но за кого? За какого персонажа? Это вы уже напишите сами в комментариях. Меня еще удивился, тут писали еще коммент, типа, давай за Макси запиши, ну, вторую часть. Создание мувсетов и так далее. Я не знаю, я думаю, это людям неинтересно. Ну, тут у меня есть гигантское преимущество за Стива Остина, потому что я свеженький боец, а Шон Майклс битый, прошедший через все тяготы этого турнира. Ну, как говорится, хочешь забрать титул, пройди через стадии ада. Я не знаю, нет. Хочешь взять титул? Какую рифму можно придумать? Хочешь взять титул? О, давайте вы придумайте рифму. Хочешь взять титул? И типа в стиле, что нужно сделать. Напишите в рифму. И при этом напишите рестлера, за которого я должен буду играть против гробовщика на максимальном уровне сложности. Вот. Чья фразочка, продолжение фразой «хочешь завоевать титул» будет самая крутая, и за того рестлера с этого комментария я и сыграю. Я знаю, что никто особо комментариев писать не будет, потому что пишут в основном одни и те же, там человек 5. Но все равно, вроде люди смотрят турнир этот, и тут будет вывеска «финал», так что, может быть, побольше посмотрят, так же, как первую часть. Короче, вот так вот. «Хочешь завоевать титул? Что нужно сделать?» Можете не в рифму, главное, чтобы было смешно, возможно. Если в рифму смешно, то вообще волшебно, и стопудово вас, ваш комментарий попадет в топчик моего разума, и рестлер, который будет написан еще в этом комментарии отдельно, там чуть пониже, тот и попадет, собственно, тот и попадет, потому что ему придется драться против гробовщика. На нахер, вот это мы заложили, конечно, Шона Майклса. У меня появился Сигна, а у него Камбецк. Что-то он, как ты слышите, активизировался, то что Майклс пошел нахрен. Говорим мы ему, и теперь мы можем сделать. А корнер-финишер есть у Остина? Я не помню. Куда ты бежишь, цыпленочек? Бах! Какой же нахер офигенский мощный станнер. Fuck you, motherfucker. Я не буду делать пин Шону Майклсу, потому что это, сука, Extreme Rules. И у нас еще есть куча времени, куча возможностей. Что можно замутить, что можно сделать... Фантазия в наших руках. У Шон Майклса разбито табло. Это очень классно для нас. Мы сейчас настыкуем тут всяких интересных штучек. Я уже даже и забыл, что я играл какие-то еще другие бои. Как будто я, вот знаете, зашел и тупо на финал. Тупо на финалочку. Я... Так, надо будет мне не забыть в описании нормально все сделать, так же, как и в какой-то из прошлых частей. То есть люди же не знают, кто выйдет в финал, а я могу наспойлерить, написав в описании. Давайте Шон Майклс против Стива Остина. Ну не, я думаю, я не затоплю и не сделаю так. Биту, точнее, кувалду достал Шон Майклс, думал, что он Triple H, но это не так.
Еще, кстати говоря, опять же о том, какие хотелось бы сыграть матчи, мне почему-то хотелось бы сыграть за дегенератов, Degeneration X, какой-нибудь тэг-тимовский матч. Ну, возможно, сразу приходит на ум братья разрушители, но можно братьев Харди там взять или еще что-нибудь. Или вообще командный турнир провести офлайновый. Ну, не знаю. Там Бубба Рэй Дадли. Что за... Вы видели, что было со Стивом Остином? Обожаю игры серии CCO. Просто баг на баге. Почти в каждом матче. Ну вот почти в каждой части, практически в каждой части, по Голдрашу, который я записывал, были какие-то микробаги. Я на самом деле уже к этому спокойно отношусь. Но когда, блин, я захожу в новые части и вижу там баги, меня это не очень сильно оставляет равнодушным. Ха, блин. С третьего раза попал. Потому что уже, ну, надоел, сколько можно. Очень даже в плюс, наверное, будет то, что, насколько я понимаю, 21-й части ЦЦУ не будет. Потому что коронавирус, все дела. И это хорошо. Быть может, у людей будет больше времени подлатать и сделать игру лучшей. Что-нибудь придумать новенькое. Забрасывай стол. Да, куда улетел костыль того молодого человека? Как же он домой пойдет? Ну все, ищи теперь. Чувак сам его. Я не видел, куда он улетел. Кто-то его стырил, походу, как стол. Кстати, кто-то написал. Стол, помните, который в прошлых частях исчез? Тупо исчез, когда его Шон Майклс поставил. Написали, что этот стол заготовлен для меня гробовщиком. Ну, возможно, как раз-таки. Опачки! Отлично. Вот сейчас было отлично. Когда Шон Майклс меня развернул, я уже сразу понял, что будет, и поэтому чуть раньше отреагировал. Все нормально, ребята, это комментарии не спешат и не отстают. Ну, да, было немножко в какой-то из частей. Две части назад, по-моему, проблемка такая, но я что-то не уследил. Там чуть-чуть, если уж совсем прислушиваться, то можно, да, заметить, что подотстает или, наоборот, опережает. По-моему, подотстает звук. Ну, потому что, объясню сразу, могу, кстати, не оправдаться, а объяснить, почему так. Потому что есть какая-то проблема у меня сейчас появилась. Когда я записываю игры с приставки, Ай, как-то он мимо пролетел. Короче, когда я записываю игры с приставки с PS3, у меня немножко с FPS какие-то проблемы. Потому что, по идее, я записываю в 60, но... откуда суперкик? Я что-то забазарился. Забазарился и не уследил за этим делом. Ой, попали! Отлично! Отлично, сейчас мне повезло. Хорош. И это Станнер. Ой, это я сейчас в какую зону там к Шону Майклсу со своим языком полез? Ай-яй-яй, опасно. Так вот. Короче, я забыл, про что я говорил. У меня просто эта шутка в голову пришла, и все. Я сделал это специально, потому что я, когда монтирую видосы в Вегасе, мне потом приходится переделывать исходный файл, потому что... Почему-то, да блин, он опять проскочил через все степс. Почему-то на выходе из Sony Vegas у меня видео начинается рассинхрон со звуком из исходного видео. Поэтому мне приходится исходник еще переделывать, конвертировать в другой программе и потом его заново закидывать в Sony Vegas. Ой, опять баг какой-то был сейчас небольшой. Поэтому я не знаю, что за фигня. И вот я там чуть-чуть не уследил. Я, конечно, переделал, но потом мне приходится подгонять звук. И я вот, видимо, недоподогнал. Но сейчас все нормально, это только в одной части так было. Я потому что тоже в ночь сидел, монтировал и уже захотелось спать. А сейчас нормально, что, почти 3 часа ночи. Нормасик, и прыжок албалдров. Если не Шон Майклс, так я на него шлепнусь. Просто в шоке сейчас был Джерри Лоулер. Он просто охерел от того, что здесь происходит. У нас появляется сигнатура. Какая же есть сигнатура у... по-моему, на бегу, да? Да, стоп. Вот это. Бэч, дыщ, 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 дыщ. Супер озвучка. Фэспресс. Фэспресс от Стива Остина. Гитара у нас там разбита, оказывается, есть. Я что-то даже не уследил, как она разбилась. Мы сейчас можем взять титул. Ты хочешь этот титул, Шон Майклс? Ты хочешь? You know? You really хочешь этот титул? Погоди, я не могу попасть. Да, хочу, говорит, ты забрал. Отдай. Отдай, хрен ты его получишь. Я защищу свой титул. Защитю. Ага. Ариш Вип.
Но я хочу так сделать. Я хочу сделать Аришви и Бенду DDT. Таким образом, блин, у меня уже башка скоро разобьется, наверное. Элбодропик в поясницу. Еще один. О! Если на самом деле вот так вот тупо локтем зайти в спину сопернику, то ну не круто. Как мне его схватить? Если я нажимаю крестик, он начинает что-то... А, во, все, погнем. Пойдем со мной. Я тебе покажу такое. Такое сейчас увидишь. А что, я его в турбаклу не могу? А я еще не могу его в турбаклу направить? Погодите, а с каких частей можно взаимодействовать с турбаклой? Это не... Ёй. Вот это он, конечно, коняшка подлетел. Интересно. А что он закружился? Тихо-тихо-тихо-тихо. Отдай. Отдай эту игрушку. Нельзя, не шути с ней. Бенч. Не получилось. Ладненько. Не получилось. Ох, блин. Пришлось черепом своим воткнуться. Steel Steps. Давай. Да забрось ты его нормально. Ты что, не можешь? Отлично, и ОМГшка. Будет ли ОМГ? Да, ОМГ момент. Раскровавленный Шон Майклс, разозленный Стив Остин. И ломаются у нас баррикады. Начинаем, как я всегда говорил, начинаем разбирать арену. Скоро все пойдут домой. Собирайте чемоданы, люди. Отлично, отлично. А вон чел, смотрите, какой, а? Кирпичный. Показывал непонятно какой палец, то ли вверх, то ли вниз. Ну ладно, ему простительно, он заплатил денежку. Винсу Макмену. Возьмем еще один стол. Не понял. Ты сейчас что, пошутил? А ну иди проветрись, погуляй. Спроси у зрителей, как у них дела. Как у тебя дела? Забросим стол. И что можем сделать? Вот что, что приходит вам в голову, когда вы, когда я забрасываю стол? И вы такие, ах, блин, можно же сделать вот так и вот так. А как? А как? Расскажите мне. Расскажите мне. Так. Я заметил, что я, наверное, частенько говорю слово «так». То есть я говорю какую-то мысль, а потом переключаюсь на бой, и у меня в голове «так, не понял». Фу, вырываемся. Я не знаю, как я это делаю, но, если честно, есть уже у меня желание сделать хотя бы один пин Шону Майклсу, потому что что-то он какой-то... Он сигнатуру себе получил. Эй-эй! Нет! Нет! Только не шарпшутер! Только не шарпшутер! Тихо-т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 ихо. Не-не-не-не-не-не-не, не может быть. Не может такого быть. Он заставил меня использовать резилиенс. Причем я вроде быстро нажимал кнопки. Сейчас не повезло, сейчас мне дико... Я украл финишер! Я украл финишер, и это Станнер! Какой же он за слоумоушенный был классный, а? Офигеть, мне прям вообще вкатывает этот матч. Давай, сделаем пин Шону. Ну, пришлось использовать резилиенс, конечно, печально. Раз, два... Три. Один поинт в нашу пользу. Сразу встает Шон. Там что-то с рефери происходит. Втыкаем его в стульчик, заготовленный нами. По-моему, реф застрял в столе. Если я не ошибаюсь. А, во, костыль. О, как он оказался на ринге. Хорошо. Ты-дыщ. Кладем Шончика сюда. Нет, нифига. Ладно. Нет, так нет. О, у нас появляется сигна. А знаете, как я ее сделаю? Как отпустить? Смотрите, отпускаешь... Блин, Аришвип. Я не хотел Аришвип. Ты что со мной делаешь? Ты что, меня раз пять хочешь? Нет. Нет. Дропкик прям в пузико. Прям в пузико. Давай, прыгай. Прыгай, какашка. Давай, давай, давай. Не понял. Подождите, а я же мог... А я могу? Скушать рагу. Ха. Вода... О, мои яички. Подождите, я хотел попробовать его catch and finisher поймать. На catch and finisher? Что такое? Какой-то бухущий Стив Остин сейчас в салатину. Что у нас по счету? У нас же 1-0 в нашу пользу, да? Все правильно? Сейчас пробуем сделать суплекс. Или что там у нас будет? Раз, два. На третий раз он упадет? Извини, я не хотел. Я так не хотел. Я хотел его посадить наверх и сделать просто суплекс, но чисто ударами его решил. О, я опять попадаю! Как я это делаю? Мне приходится немножко замолчать, чтобы я сосредоточился на попадании, но зато это работает.
Блин, а я даже не знаю, я сейчас отсюда, наверное, его уже не попаду им. Так. О, мы можем поджечь стол. У нас, по идее, не должен тратиться финишер с этого. Вот подлюга. Сделал дропкик, успел. Надо было ему помешать. Разочек шлепнуть по лицу. А, нормально. А, нормально. Кстати, раскровавлен кулаку Стива Остина от лица Шона Майклса. Ой. Честно говоря, думал, сейчас стол сломается. Switch and Music готовится от Шона Майклса. И будет ли он верный? Лоханулся. Чё? Я лоханулся. Дабл лохование сейчас произошло на ваших глазах. Такое случается только раз в 10 лет. Сначала он как-то на меня непонятно побежал. Ага, еще и два раза вейкаптаун делает. Круто. А потом еще и у меня финишер стрелял. Опять лоханулся. Нет, не лоханулся. Switch and Music. Прям в челюсть Стив Остин. Ну и тут уже я чувствую, я не вырвусь. Ну-ка. Блять. 1-1 становится счет. Да неужели? Неужели Шон Майклс выиграет? Погодите. Отставить панику. Мы на Титанике. Russian Leg Sweep. Блин, до стола не дотянули. Печально. Если бы сейчас разбился стол после Russian Leg Sweep, это было бы вообще идеально. Спотыкаемся о лесенке. Это глупо. Что он хочет сделать? Куда ты побежал? А, Steel Steps помешали. Steel Steps-ики-то помешали. А вот это он сейчас лоханулся. Или я. Блин! Чего? Вырываемся. Повезло мне, что полоска еще хорошая, большая. Я думал, я ему сейчас сделаю суплекс. Тупо сделаю суплекс. То есть он залез для того, чтобы я воспользовался его ошибкой. Но нет. Шон Майклс оказался умным и успел прыгнуть. Очень опасная ситуация, честно говоря, ребят. У меня немножко нервячок. А такое обычно и происходит в финале. Некая интрига, да, некие действия, которые заставляют нервничать и пить валидольчик. Ну вот хрен знает, за кого вы болеете. За Стива Остина или за тяжелый путь Шона Майклса. Ну, мне кажется, мы уже в равных примерно условиях. Единственное, что у меня голова не разбита. Ну, у Шона Майклса есть преимущество в виде финишера. Да он все реверсирует, моя решвипа. Он не дает мне его запульнуть. Лох. Не дает запульнуть мне его так, как надо. Эй, какой пин? Вырываемся. Божечки, как я это делаю, я не знаю. Сигна появляется у... Да чё, реф, ты такой суетной? Ну, сигнатуру. Сигнатурочка пошла. Я думал, он сейчас не будет делать... Думал, сейчас будет туда-сюда бегать. Отлично. Финишер на финишер. Как вам такое? Опять реверсирует мой Irish Whip. Хорош. Хватит так делать. Некбрейкер. Да какой пин после некбрейкера? Вырываемся. Боже, как я это делаю? Я не знаю. I don't know. Стол разбит, но никем... Точнее, стол горит, но никем не разбивается. И у меня минус лицо. Минус лицо у Стива Остина. И это пин Шона Майклса. Ёб твою мать. 2-1 в пользу Шона. И он выигрывает этот турнир. И он выигрывает титул у Стива Остина. Я не удержал преимущества. Просто нужно было разбить стол, и я был бы доволен. Ну, блин, ну матч хороший получился. Фиксим с поражением. Матч получился классный. И, наверное, вообще весь турнир, если вы смотрели от начала до конца, то в финале, скорее всего, мне кажется, вы болели за Шона Майклса. Ну, мне так кажется. Потому что если бы я был зрителем, а не игроком, да, то я бы болел за Шона. Ну, потому что заслужил, он такой путь преодолел в этом турнире. Ну и тут в финале он был явно не в равных условиях с Стивом Остином. И вот эти слезы его, вот эта его радость, это все заслужено. Вот эта кровь, этот пот, все заслужено. Шон Майклс, даже здесь, понимаете, даже здесь финал вышел настолько харизматичным, с эмоциями большими, чем просто матч. Да? Ну я не знаю, как это передать, но у Шона Майклса всегда такие бои. Стив Остин просто в ахере, он сидел в кабинке комментаторской и наблюдал за всем этим происходящим. Он думал, да я сейчас легко разделаюсь с Шоном Майклсом. Представим, что этот турнир проходил в один день. И Шон просто безумно заслужил поднять этот титул над своей головой. Круто. Хороший финал, я считаю, что турнир удался. И, блин, особенно эта часть.
особенно финал. Да и, в принципе, все в совокупности. Классно. Я очень рад, что люди камбэкаются так же. Вот сколько времени, да, я уходил в армию, я пришел с армии, я редко начал пилить видосы, особенно по рестлингу, но когда я их делаю, люди смотрят, люди пишут комменты, хочу еще, давай, не пропадай. Очень приятно смотреть. И мне реально очень приятно это читать. Не знаю, сколько так будет продолжаться, но я действительно ценю комменты ваши, ценю то, что вы со мной. Спасибо всем за просмотр, спасибо всем за то, что присутствовали со мной в этом турнире Gold Rush. Спасибо, что пишете комментарии. Я очень ценю, стараюсь отвечать вам всем. Новый чемпион Шон Майклс. Поздравляем. Всем спасибо, ребят, за просмотр и за все. Всем покедова. С вами был Максончик. Пока.